Я видел Наполеона. Что, правда? В каюте наедине. Мы зашли за водой на Святую Елену, и он заглянул ко мне. А зачем? Какому-то знакомому просил передать письмо. Благодарить за что-то, что было давным-давно. Представляешь, сколько народу было вокруг него. И он запомнил всех до одного. Такой талант не каждому дан. Поэтому он император. А я капитан. Ты мой Наполеон. Ты Франция моя. Ты Франция моя. Единственная в мире. И никаких врагов на свете нет в помине. И никаких людей. Только ты и я. Ну, догоняй! Мерседес! Он твой Наполеон. Не лучший образец нашла ты для него. Опальный император, безжалостный тиран, опасный узурпатор. Что ж, если так, Эдмон, тебе конец. Имею сообщить, что капитан Дантес — изменник и злодей. Он втайне от властей поддерживает связь с опасным Бонапартом, который письма шлет как раз через него. Из плена своего, подпольным адресатом. Французский патриот. А свадьба подождет. Скажи мне, мой милый друг, где так долго ты гулял? Что за морем увидел ты, что там повидал? Обошел я, мой милый друг, все моря до одного. Ничего не увидел я, краше края своего. По земле и по воде, и во сне, и наяву, я всегда иду к тебе, я всегда к тебе иду. По заброшенной тропе и в молитве, и приду, я всегда иду к тебе, я всегда к тебе иду. А скажи мне, мой милый друг, там за далью голубой, как не сбился ты с пути, как вернулся ты домой. На дороге моей морской путеводной звездой была ты, Мерседес, любовь моя, ты светила и вела. По некошенной тропе я иду к тебе. Всегда к тебе иду.
Дантес? Да, это я. Вы арестованы. В чем дело? В чем дело? Что такое? Что такое? В чем дело? Вот ордер на ваш арест по подозрениям в государственной измене. Что такое? За что? За что? За что? Но я клянусь, я чист перед законом. Здесь сказано по подозрению, а подозрение еще не преступление. Если это все лишь недоразумение, то нынче же вернетесь вы домой. Да, но... Прошу вас следовать за мной. Да как вы смеете? Мадемуазель, пардон, мне жаль. Но что поделаешь? Закон. По подозрению он сказал, по подозрению. А что-то кончил я легко, что обвинение в чем там где-то просто. Что такое? Ну, разумеется, что недоразумение. Ну, ничего, а вот начальство разберется. В чем держу пари, он к вечеру вернется. В чем ошибка вышла, только ты всего. И я держу пари, стоп. Против одного. А если нет? 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 Не может быть того. Это мой.
Мерседес! Герман, мне страшно. Мне страшно. У вас есть враги, капитан, у вас есть враги, капитан, и один из них, капитан, черной злобой пылает к вам. Вот взгляните его донос, кто бы это на вас донес? Связь с диктатором, что за бред? Да, но здесь-то ошибки нет. Как? Нет ошибки? Но дело не в измене. Мы брали воду на святой Елене. И в самом деле на одну минуту он, Бонапарт, зашел ко мне в каюту и попросил свести письмо какому-то знакомому или другу признательность за давнюю услугу. О, Боже, правы только и всего. И вы взялись по вашей доброте. А кто-то подглядел, и вот расплата. Письмо при вас? Да, вот письмо для господина Мортье. Письмо для господина Мортье. Письмо для господина Мортье. Письмо для господина Мортье. И вы искали, адрес узнавали. Кому-то имя это называли. Я не успел, меня арестовали. Вот и спасибо вашей доброте. Мне Мортье знаком, я сам ему послание передам. А вы о нем немедленно забудьте. Вы сами видите кругом такие люди. Нет никому доверия, капитан. Я попрошу вас, подождите там. Какая память у Наполеона? Что за дурак? Я был во время она. Идеалист, восторженный щенок. Уже не помню, чем я ему помог. Нет, Мортье, все знают лишь Эльмора. Какой удар оставленная свора. За что Бонапарт писал ко мне, накинется тот час со всех сторон. Вспомни, Мортье, Наполеон. Эдмон Дантес, опаснейший преступник, изобличенный в гнусных злодеяниях против закона, трона и народа, признался, ничего не утаив, и подлежит отныне заточению, бессрочному в подвалах замка. И что? Что?